Всем привет, это психиатр, мы продолжаем играть в Скайримчик. Так, и... Блин. Так, мешок муки не надо. И мы тут пришли в пещеру Крейглей... Крейгслейн. Вот так вот, правильно? Так, давайте сначала, значит, этот повысим уровень торговли с Кубой. Это, конечно, все хорошо. Так, мы идем в здоровье, да? Магии у нас предостаточно. Ого, у нас два уровня аж поднялось. Пока мы качались, короче, на зачарование. Нам нужно докачаться до 100, ребята. Кровь физносу нужно до соточки. Смертельный удар, это все хрень. Вот вы можете наложить на один и тот же предмет два зачарования. Вот это вот я хочу. Огненные холоды. Вот это вся хрень. Электричество. А что это дало мне? Я вот это зря тоже взял, наверное. Я просто не понял, что это такое. Кузнечное дело немножко, кстати, качнули. Сдавать стальные доспехи. Нам вообще вот сюда нужно. В дейдрические. И вот потом в драконьи. А как короче, слушайте. Так, мы потратим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да? Стеклянные, так. Блин, я этот считал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это так же, в принципе. А что это дает? Улучшать магические оружия. Броню тоже нужно. Так вот, а мы ничего не взяли, слушайте. Может, из разрушения что есть стоящее на 75 у нас? Ага, давайте эксперта возьмем. По-любому пригодится. Колдовство, иллюзия. Меня вот еще красноречие интересует, но оно у нас так медленно качается. Да. Карманные кражи. Фигня. Взлом у нас и так. Мастерство по взлому. Вот скрытность, в принципе. Легкий шаг. Синева. Ладно, ничего не буду больше вкачивать. Качали эксперта разрушений, нормально. Твою мать, ты... О, почему у него имя не пишется? Заметили? Это баг или что это? Поздно сдаваться, ёптель. Я его даже смотреть не могу. Я надеюсь, это единичный случай. Волк написался. Игрок, слушайте, что случилось? Что за нами? Одного удара нас положил. Серьезно? Охуеть. Это что такое? Блин, я тут уже вкачал навыки. Нифига. Или да, вкачал. Ты кто такой, блин? Пошли такие.
нравится, что у этого нет имени. Я его не могу смотреть из-за этого. Мясник. Живучий. Игрок. Ты ж кто тебя так назвал-то? Дурачок ты. Несусветный. А где мясник? Возьму, так и быть. 500 тоже, наверное, возьму. Обычно я такое не беру, даже за 1600. Вот, ну, приглянулась мне эта одежонка. Блин, почему у них зовут игрок? Это так задумано? Или это баг какой? Ключ от сундука. Отлично. Книженция. Тут еще где-то два врага, мама. Я видел. Так, капуста. Так, тут это вот. Так, стеклянный меч. Две мирские возьму. Жерелье возьму. Вот эту фигню брать не буду. Так, волк в клетке. Замечательно. Так, волчата. Тю-тю-тю-тю. Ать. Я одним ударом двоих замочил. Так, ладно. Я вот тут еще проход видел, на самом деле. Давайте посмотрим, что тут. Стоп, это тоже помещение. Да, тут два прохода. Окей. Пойдемте тогда на выход, но это было не трудно, в принципе. Странная пещера, на самом деле. Очень странная, потому что это... Блин, надо было на волках зачаровать. Я уже забыл. Я уж и забыл. Так, ну ничего. Дам-ба-дам-ба-дам, дам-ба-дам, дам-ба-дам. Ну чё, лошадкой, пешочком пройдемся? Я думаю, да. Давайте поставим себе куда-нибудь цель. Дойти, конечно, не в этот.
Хотя можно и сюда, в Рифтон. Вот, почему? Потому что мне нужны, короче, это, ну, волки, кто угодно. Вот давайте в осеннюю поляну, я не знаю. Или он сюда. Что это за форт такой? Черт знает где. Вот, собственно, нам нужно этот. А давайте, в принципе, на форт лучше. Мне нужны души, души. Вот, нужно зачаровывать. Тут что такое? Вот, причем нужны не людские души, то есть с людскими как раз все проще было бы. Блин, давайте засветим что ли. Ну не хочет засветиваться. Засветиваться. Что-то у тебя тут особо нет ничего. Бля. И девочку. Давайте это все соберем. Пойдем. Чмошник ты. Хрен лишь ты. А, вон тут что. Не, ну я не знаю, стоит ли туда идти. Ну давайте сходим. Может, будут какие пауканы или еще что-то типа того, там волки, злокрысы. В принципе, в пещере может быть такое. Да, камни душ нам надо дофига на самом деле. Штук 30 зачаровать, как минимум. Кирка, блин, я вот все ищу, может, бывает кирка полегче. Мне не нравится то, что он 10 килограмм весит. Что еще нужно? Так, маленький тайничок. Отлично, большой камень душ. Еще и обычный. Здорово. Да бля. Так, пусть будет свет. Блин, надо было Драгура, вот, наверное. У него душа-то стрёмненькая. Подошла бы. Так, там либо ловушка, либо... какой-то говнюк. Так, попробую-ка я. Бля, ну он с магией.
Бля, ну ты чё? Нифига там. Пиздец. Еще одна. Давай. Ну и где ты, скотина? Ага. Подох. Бля. Я немножечко не ожидал такого скопления этих тварей. Блин, да у них нет ничего особенного. Сраненькие некромантики. Так, дубовая плоть. Возьму посох молний. Так, нарагуа. Не удалось мне проверить, можно ли взять душу драгура. Скорее всего, нет. Ну, вот все-таки. Все-таки да. Так, сундучара. Я видел еще как минимум четверых. Точнее, не видел, но на карте были показаны. Так, мне что-то подсказывает, что тут паучки будут, нет? Случаем. Ну, погодите. А. Блин, что за звуки нафиг? Отлично. Зелье. Еще камень лучше. Превосходно. Кирка. Так, окей. Ну что, пойдемте. Ёптель. Позырим. Вшин. Кто тут дерется-то? С кем? Я Луа Альскавин. Твоя. Кто смеет мне мешать? Сгинь или присоединишься к моей армии мертвых. Не ожидал такого услышать. Я бы вообще присоединился к этой твоей армии, только если бы она была не мертвых. Так, ну ладно. А?
чё, ёптель? Твою мать. Вы чё с ними делаете, скотины? Ламеллярные наручи? Серьезно? Блин, трындец какой-то. Так. Благо вес позволяет нам собирать всякую хрень с этих чупсиков. Это вы чмошники какие? Соль, человеческое сердце. Так. Еще надо эту фигню уничтожить как-то. Что тут за звуки такие? Странные. Так, золото. Нах-нах. Я в офигенных труселях. На лабуте нах-нах. И в очуменных труселях. Они меня... Так, я тут могу, чё, нет? Это было. Восстаньте из могилы и сокрушите этого червя. Сама червя. Ёпти. Сучка, я тебя не знаю. Ну чё, мля? Сокрушилась? Козочка. Непослушная. Кстати, по-моему, они начали вставать еще до того, как она заговорила. Мне не показалось. Так. Темногуров бывает попадается. Сюда. Из этих путей тупиковый кто-нибудь скажет? Что случилось? Вот этот тупиковый, да? Вот сундук большой. Так, больше ничего нету. Пойдемте сюда. Единственное, что я сохранюсь. Там-ля-бу-де-нах-нах. И в охуенных труселях. Сучка. Отказа. Ловушечки на меня. Расплющить меня хотела, сучка такая. Да. Здорово придумано, на самом деле. Первый раз я вижу такую сложную ловушку. Такой механизм поднимает. Такой камушек. Нифига себе. На самом деле.
Бля, стрёмное место. Стоит. Что за фигня? Так, ладно, я хз. Давайте тут сначала все осмотрим. Ученик хищный. Так, не будем брать. Возьмем зелье. Немножко денег. Тоже не помешают. Даже статилочки. Блин. А я тут был? Или не был? Блин, что-то какое-то место стрёмное. Ладно, давайте сохранимся и попробуем спуститься. Не, ну я отчетливо вижу. Что это за фигня такая? Вы видите это, ёптель? Это баг или это так задумано? Ёпта. Типа дохлый уже, но он почему-то не это. Ну ладно. Так вот, что касается того. Я вот, собственно, хотел вот сюда вот спрыгнуть и посмотреть. Сюда хотел спрыгнуть, вот сюда. Я только сохранюсь в этом месте, а то вдруг сюда не залезть потом. Я здесь был, он в этом месте или нет? Да, походу был. Так, тогда я закручусь. Так будет быстрее. Ладненько, давайте я выпуск закончу. Всем спасибо за просмотр и всем пока.